Некоторые районы страны встречают праздник Новруз снегом. Снегопад накрыл Шамахинский район Азербайджана. В расчистке дорог задействована специальная техника. Снег и туман затруднили движение автомобилей. На участке дороги Мугалы и Смайлы, проходящем по территории поселка Баскал, принимаются меры по установлению последствий, вызванных снегом, и обеспечению нормального движения транспортных средств. Отметим, что на прошлой неделе в связи со снегопадом на участке дороги Мугалы и Смайлы, проходящем по территории поселка Баскал, произошел сход снежной лавины. В результате движение автомобилей было полностью парализовано. В праздничные дни в районах прогнозируется продолжение осадков. В горных территориях ожидается снег. В некоторых местах есть вероятность интенсификации осадков. Максимальная температура в некоторых районах достигнет 10 градусов тепла. В горах температура опустится до минус 5 градусов.